Чтобы продукты с интерфейсом USB 3.0 были еще более привлекательными, компания Silicon Power выпускает сразу несколько переходников. Ведь не секрет, что многих потенциальных покупателей отпугивает как раз отсутствие нужных разъемов в своем компьютере. Адаптер выполнен в виде стандартной карточки, к которой прикреплены два разъема. Для работы достаточно ставить его в слот, подключить дополнительное питание от одного раз свободного разъема USB 2.0 и установить драйвер. Дополнительный кабель для питания выглядит не слишком эстетично, однако без него не обойтись, ведь мощность порта USB 3.0 намного выше мощности порта прошлого поколения.